пятницу в Самарской области небольшая облачность, осадки в виде дождя. 23-25 тепла днем, ночью 16-18 выше 0. Ветер северо-восточный 2-4, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облака и дождь, днем плюс 23, ночью 17 выше 0. Северо-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, возможен дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 18 градусов. Северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре облачно, пройдет дождь. Плюс 23 днем, ночью плюс 17 градусов. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.